Всем привет, уважаемые гости, подписчики моего канала. Просматривая каналы иностранных обозревателей, ютуберов, увидел, что они проводят на смартфонах вот такие тесты. Называется тест тротлинга. Ну, увидел и подумал, почему бы и нам не провести такой же тестинг на наших смартфонах. Итак, тест тротлинга на смартфонах Xiaomi Redmi 4 Pro с процессором Dracon 625 и Xiaomi Redmi 5 Dracon 450. Итак, поехали. Посмотрим, какие будут результаты. Думаю, тест будет для многих интересен. Значит, для тех, кто не знает, ну, значит, смотрим, вот пока график находится в зеленой шкале, в зеленом диапазоне, это значит, никаких проседаний, провалов нет. Как видим, на Redmi 5 уже провалчик небольшой появился, до желтого. Вот, но я так понимаю, здесь будет три цвета, желтый, зеленый, желтый и красный. И вот пока будет желтый или зеленый, то более-менее все хорошо, да? Как будет провал в красный, значит, тогда мы сделаем вывод, какой телефон или какой процессор ведет себя лучше. Ну вот, прошла уже минута, как видим, показатели на Redmi 4 Pro гораздо стабильнее, да? Вот, то есть нету никакого провала, ничего. Ну, хотя Redmi 5 не отстает, если сначала при запуске там какой-то провальчик появился небольшой, потом все выровнялось. Смотрим дальше. Значит, тест идется, замеры проводятся с интервалом 10 секунд. Вот это об этом говорит. Перформансы гипс какой. Не знаю, что за показатель. Но я так понимаю, чем меньше он, тем лучше. Потому что на Xiaomi Redmi 4 Pro он меньше. Здесь 59-60, здесь 70. Так, как видим, на Redmi 5 еще два провальчика появилось. Напоминаю, здесь 450 Snapdragon, здесь 625. Вот этот тест решил записать после того, как появилось несколько вопросов от подписчиков по поводу тротлинга обоих смартфонов. Не знал, как его раньше измерить, но нашел такой тест и с удовольствием его вам показываю. Что из этого получится, пишите в комментариях, насколько это интересно нам и вам всем. И нужно ли такие тесты проводить в дальнейшем. Так, ну как видим, Redmi 4 Pro все так же показывает зеленый фон. Был небольшой провальчик, но в желтый цвет не вывалился. На Redmi 5 этот провальчик был побольше и в желтый цвет немножечко засветился. Хотя, если присмотреться, на 4 Pro тоже тут этот момент отразился чуть-чуть другим цветом. Так, интервал 30 секунд показывает уже. Не знаю, сколько длится этот тест. Но вот показывает уже 3 минуты 20 секунд. Ну, ждем до конца. Так, вот уже и Redmi 4 выпал в желтый цвет. Такой существенный провал на интервале 30 секунд. И почему-то так и идет, не хочет выправляться. На 4 минуте теста это случилось, в конце 3 минуты, в начале 4. У Redmi 5 здесь все нормально.
Так, вот здесь внизу KPI-монитор, это показывает по ходу загрузку наших ядер, 8 ядер. То есть, как мы здесь видим, на Redmi 5 1,8 ГГц ядра. Вот здесь у нас получается 2,01 ГГц. 2,10 или 2,100. Вот, причем на Redmi Pro иногда проскакивает, что офлайн одно ядро. Вот, кстати, видите, вот сейчас 7 ядер работает, а не 8. Вот видите, одно офлайн загорелось, белое. Ноль загрузки. При этом 4 Pro, вот как ушел в светло-зеленый тон, так и не возвращается оттуда. При этом одно ядро не работает. Redmi 5 достаточно стабильно, все 8 ядер тянут. Все время работают. При этом тотал загрузка KPI, как видим, на Redmi 5 100%, здесь 87%. Вот внизу циферка. Так, ну вот такие вот интервал, 1 минута сменилась. Такие вот неоднозначные показатели. То есть, видите, если поначалу Redmi 4 Pro шел очень уверенно в зеленой зоне, да, то потом он спустился вниз, светло-зеленую, кое-где в желтую, то Redmi 5 провалы, конечно, есть, но, тем не менее, он больше находится в зеленой же зоне, чем сейчас Redmi 4 Pro. Вот такие показатели сейчас. Не знаю, о чем это пока говорит. Не хочу никаких выводов делать, да, что лучше, что хуже. Вот, потому что при разном режиме работы показатели и нагрузки на процессор разные. Опять напоминаю, здесь загрузка 100%, KPI идет. Здесь 87%. Одно ядро по-прежнему у Redmi 4 Pro выключено. На обоих телефонах включен Wi-Fi. То есть, в принципе, сейчас нагрузка одинаковая. Ну, как мы видим, показания не меняются. Redmi 5 как находился в зеленой зоне, так и находится. Иногда проскакивают более светлые зеленые полоски, небольшие провальчики появляются. При этом Redmi 4 Pro в этом диапазоне и работает. Но учитываем, что здесь одно ядро выключено почему-то, то считает, наверное, телефон, что достаточно для этого теста и 7 ядер. Так, вот переключился интервал в 2 минуты. Здесь и здесь. Здесь по-прежнему 8 ядро выключено. Загрузка 87%, здесь 100%. Перформанс 44-45 на Redmi 4 Pro. Здесь 60-80. То есть 69-70 до 80 подскакивает.
Хорошо или плохо, не знаю. Так вот, появился явный провал у Redmi 4 Pro. Второе ядро выключилось. То есть 6 ядер осталось. процента загрузки. То есть это отключает ядра при нагреве, я так понимаю. И как мы видим, сразу показатели упали ниже 80%. Уже точно в желтую зону. Redmi 5 продолжает быть в зеленой. Ну вот вам, ребята, и объяснение того, что в играх более стабильно работает Redmi 5. Мне больше понравилось, да, то есть характеристики в настройках лучше держит. Я когда запускал игры, этот Pubble Mobile, мне вот интуитивно показалось, что вроде стабильнее работает Redmi 5. Вот этот тест его и подтверждает. То есть если сразу все хорошо идет до 10 минут, после 10 минут Redmi 5 начинает, Redmi 4, видите, вот уже 3 ядра отключено. Нет, по-прежнему 2, извиняюсь, здесь просто белый цвет, просто вот написано офлайн 2 ядра. Вот, то есть, я думаю, это зависит от температуры. Чем сильнее нагревается телефон, процессор, тем больше отключается ядер. При этом здесь прошивка не глобальная, а девелоперская, и свободной памяти доходит до 2,1 гигабайта. На Redmi 4 Pro, конечно, такого нет. Там 1,6 максимум. Прошивка глобальная. И кривая последняя прошивка. Очень мне тоже не нравится она. Вот. Ну, назад откатываться нужно через Mi Flash, либо разблокировать загрузчик. Я этого не делаю. Жду обновления, потому что ради вас, подписчики, тестирую новые прошивки. Хорошие, неплохие. Показываю все для вас. Поэтому терплю все неудобства, все эти баги. Ну, пошла 13-я минута. Как мы видим, Redmi 5 так и находится в зеленой зоне. Redmi 4 Pro провалился уже в желтую конкретно. Уже где-то процентов 70 у него показывает от времени работа графики. Вот видите, performance of time graph. Время работы графики. При этом Redmi 5 все так же показывает от 90 до 100%. Вот вам и делайте выводы, какой смартфон более игровой. Уже сейчас понятно, что если играть там по 10 минут в игру, что редкость, да, предпочтение нужно отдавать Redmi 5. Что я как бы и интуитивно говорил при тесте в играх. Redmi 5 более игровой смартфон, чем Redmi 4 Pro, это уже однозначно. Ну, то есть, видите, два ядра он уже выключил от перегрева. И, соответственно, показатели графики вот просели. Это вот показатель тротлинга как раз. Со временем нагревается. Чехлы, опять же, кто скажет, ребят, тут стоит кокос резиновый, можно его снять. Но, поверьте мне, сильно это не отразится. Он холодный. Здесь тоже пластиковый, тонкий. Вот, ничем это не повлияет. Так, ну пошла 15-я минута. Не знаю, сколько этот тест будет длиться, но уже, по крайней мере, картинка ясна и понятна, да? Что Redmi 5 меньше подвержен тротлингу, чем Redmi 4 Pro. Вывод уже можно однозначно сделать.
Так, ну вот, они у нас выключились. Значит, и вот пишет результаты. Перформанс максимально АВГ 79.43, минимально 73.16.13. 82.92 гипс. Это Redmi 5 показатель. Redmi 4 максимально 62, АВГ 52.9, минимально 43. Вот, то есть, как мы видим, все показатели Redmi 5 в зеленой зоне находятся, да? Вот. И скачки, вот, например, показано, да, вот максимально 79, минимально 73. Здесь разрыв побольше, 62.52. И минимальный 43. Вот, KPI загрузка, значит, максимально 73%, здесь 94%. Вот такие, ребят, показатели. Вот такой вот результат. Достаточно неожиданный для меня, да. Я думал, что Redmi 5 проиграет в этом тесте. Porco Madonna di un bestio per Baco Cascala di Membrano Chimarinche Servestix Handurala. Простите, погорячился. Поскольку процессор 450-й дракон, здесь 625-й. Но по показателям видно, что Redmi 5 эти показатели, этот тест выиграл. На этом все. Кому понравилось видео, ставим пальцы вверх. Нажимаем на колокольчик. Делимся в комментариях, нужно ли проводить такие тесты в дальнейшем. Вот. Всем удачи, всем спасибо. Пока-пока.